Чтобы простимулировать рост огурцов в ходе сезона, продлить плодоношение и обеспечить урожай здоровых и хрустящих огурчиков, я регулярно подкармливаю кусты молочной сывороткой. В ее составе содержатся магний, азот, фосфор, калий и кальций, а также аминокислоты и очень важные кисломолочные бактерии, которые стимулируют улучшение плодовитости почвы. Благодаря такой подкормке огурцы получат более мощные корни, прирост зеленой массы будет интенсивно формировать завязи и давать плоды. А еще этот продукт создает защитное поле от вредителей и заболеваний куста, подавляя все патогены, которые только посмеют приблизиться к вам. Подкармливать сывороткой можно как под корень, так и по листу. Под корень я лью под молодые растения по 1 литру, чтобы они быстрее впитывали полезные вещества. Делаю это 2-3 раза в месяц, а опрыскивание провожу в начале плодоношения огурчиков и до самого его конца. В это время для повышения питательных смесей я и добавляю на 10-литровое ведро воды еще 200 граммов сахара, дрожжи или мед. Удивительно, но молочная сыворотка может использоваться и для лечения огурцов от болезней и вредителей. После обработки растения молочной сывороткой образуется тоненькая пленка, которая является непреодолимым барьером для всех патогенов. Поскольку эта пленка сохраняется недолго, проводить профилактические опрыскивания раствором я рекомендую 1-2 раза в неделю. Начинаем активно обрабатывать в середине июля и продолжаем до самого конца плодоношения. Это поможет вам увеличить количество завязей и их плотность на кусте, а также будет эффективной защитой от пожелтения огурцов. Как только начинается процесс появления желтизны, берем 2 литра сыворотки, разводим в 10 литрах воды и максимально тщательно опрыскиваем по листу.